Премия добрых дел. Именно так называют проект его организаторы, правительство Московской области. Решение поддерживать инициативы жителей Подмосковья было принято 5 лет назад. С тех пор каждое лето горячая пора для экспертного совета по присуждению премии, который ежегодно знакомится с тысячами интересных и увлекательных проектов, реализуемых на территории Московской области. Презентация – обязательный этап участия в конкурсном отборе. Хочется выбрать действительно достойных, действительно очень какие-то интересные проекты, какие-то социальные такие значимые мероприятия, инициативы, людей, которые болеют своим делом. И я очень надеюсь, что выиграю достойные. С соискателями знакомится член экспертного совета по присуждению премии Елена Успенская. Задача – узнать больше о проектах и задать интересующие вопросы, а их немало. Порой важное кроется в деталях и том, как за отведенные 3 минуты автор проекта сможет рассказать о своем детище. Краткость – сестра таланта. Именно поэтому нужно быть немножко увереннее в выступлении. Вот это вот чисто такой, скажем так, дружеский совет. В этом году премию разбили на номинации в зависимости от количества участников. Инициатива, команда, объединение и сообщество. Темы разнообразны. Это экология, культура, ЖКХ, патриотическое воспитание и здоровый образ жизни. Среди участников немало новичков. Например, вокальный ансамбль «Лучики» из Кубинки. Изначально просто заявить о себе, чтобы знали о нас. Потому что мы планируем уже дальше продвигаться, уже выходить на Московскую область, на конкурсы областные. Более 500 проектов образовательные. Это создание школьных музеев, сказкотерапии, развитие велодвижения и робототехники. Каждый направлен на раскрытие потенциала ребенка, будь это творчество или точные науки. Надо сказать, что проектов много, они интересные. Конечно, за 6 лет премии премия каждый год видоизменяется. Как обычно, традиционно, больше всего проектов в категории «Инициатива». Конечно, всегда хочется больше проектов в категории «Сообщество», «Объединение», потому что это большая группа людей, и их опыт можно было бы тиражировать и на другие муниципалитеты. В этом году жители Одинцовского района подали на соискание премии свыше 2500 проектов. От каждого человека только одна инициатива. Кроме того, защищать свой проект автор должен лично. Если по каким-то причинам он не успел это сделать в своем муниципалитете, то сможет рассказать об инициативе в правительстве Московской области. Для этого будут назначены дополнительные дни презентаций. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».